Друзья, здравствуйте! С вами компания «Штукатурное решение». Сегодня мы хотим наглядно показать разницу между очень похожими станциями Калета. Калета 6, Калета 5, Калета 5S. Калета 5S. Приставка S означает безмасляный мембранный компрессор, который устанавливается в передней части станции. В отличие от поршневого компрессора, который устанавливается на станции Калета 5, он работает тише и не требует замены ремня и масла. Также он менее теплонагружен и позволяет работать дольше без перерывов. В новом модельном ряду Калета 5S обновила корпус. Теперь он полностью закрытый и защищает от грязи и пыли. Калета 5 и Калета 6 имеют равные технические характеристики с одинаковой компоновкой основных узлов и агрегатов. Теперь мы вернемся к станциям Калета 5 и Калета 6 и рассмотрим их габариты. Самый главный и ключевой габарит этих станций – это ширина. Ширина прохода в дверной проем. Давайте замеряем. Калета 6 – 67 сантиметров. Калета 5 – 72 сантиметра. То есть можно сделать вывод, что Калета 6 спокойно пройдет в стандартный дверной проем 70 сантиметров. Другие габариты станции примерно одинаковы. Мы снимаем ролик отличия, и поэтому не будем заострять на них внимание. В техническом плане пятерка от шестерки не отличается, но так как шестерка более новая модель, она сконструирована максимально удобно для тех ребят, которые будут на ней работать. У Калеты 6 пенал для инструмента находится в передней части. У Калеты 5 находится в задней части станции. Также очень большим преимуществом является то, что у всего модельного ряда станции Калета 6 съемная конструкция бункера, что очень удобно при транспортировке. Итак, благодаря магии монтажа мы перенеслись в наш сервисный центр, разобрали станцию Калета 6 за 3 минуты вдвоем и при этом не использовали никакого специального инструмента. Это двигатель, колонна, рама с электроникой и приемный бункер. Каждый из этих элементов легко переносится вдвоем. В отличие от пятерки, на станции Калета 6 установлена защитная шторка от грязи и пыли. На Калета 6 появилось приспособление для сборки шнековой пары. На Калете 6 два входа под гипс и под ЦПС. На Калете 5 один вход. В отличие от пятерки, в Калета 6 стоит датчик контроля фаз. То есть, если вы подключитесь неверно, у вас загорится красный индикатор. Снова возвращаемся в наш сервис. Если вы неправильно подключились, загорается красный индикатор. И, кстати, на новых станциях Калета 5, 5S и 6 ставится двигатель 6 кВт.